Никто не останавливается, чтобы подумать, все бегут. У всех мало времени, потому что вокруг очень много информации, которую хочется употребить. И не потому, что она нужна, а просто так, ради развлечения. Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и это моя новая рубрика, которая называется так, как называлась моя старая рубрика. На самом деле, я просто пока не придумала новое подходящее название для этой рубрики, но в этом можете помочь мне вы. Кто не помнит, раньше, наверное, года 2-3, да даже больше, мне кажется, года 3 назад я снимала рубрику «Пушман влог». Это была такая рубрика, где я просто сижу и рассказываю вам свои новости, свои дела, все такое. Честно, я уже не помню, что я говорила в этой рубрике, но примерно делилась с вами просто своими новостями, что происходит в моей жизни и тому подобное. Возможно, мы назовем ее как-нибудь «Пушман толк», я не знаю. Ну, давайте в комментариях тоже подумаем, как назвать это лучше. Придумается потом. Я очень давно хотела, на самом деле, сделать какую-то постоянную рубрику на своем канале, потому что, да, у меня есть влоги, еще что-то, да, повседневная жизнь. В основном мой канал — это влоги, это самое начало влоги, это то, что, мне кажется, дается мне лучше всего и получается у меня лучше всего, и то, что нравится больше всего моей аудитории. Но также мне не хватает каких-то других видео, которые я буду постоянно пересматривать с годами и думать: «Вау-вау-вау, вот это было тогда, пипец!» Я люблю обсуждать с вами, с друзьями, с родными какие-то новости, то, что происходит в мире. Я думаю, что мы все люди, мы все следим за интернетом, кто-то за телевидением, да, что там происходит, что нам рассказывают, чем нас пугают, либо просто какие-то бешеные сливы блогеров, либо кто развелся, кто расстался, наша реакция, наше мнение, все это обсуждается, многие на этом хайпятся, к сожалению, или к счастью, не знаю, ну, кому-то к счастью, да. Я просто хочу, чтобы на моем канале была рубрика, где я буду делиться с вами новостями не только из своей жизни, но и то, что происходит вокруг нас. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с той новости, которую сейчас... буквально за 5 минут до того, как мы включились в эфир, я получила. Юля, что ты думаешь по поводу развода Хоменок? Я в шоке. Я, честно говоря, удивлена и ошарашена то, что они разводятся, просто потому что удивлена, никак не ожидала, что это произойдет с ними вот в ближайшее время, учитывая тот факт, что недавно у ребят родилась прекрасная дочка Маша, и я безумно счастлива за них и по сей день, и когда только родилась дочка, и вообще, в принципе, я всегда счастлива и радуюсь за хороших людей, у которых все в жизни хорошо получается, поэтому никак не ожидала, что эта пара разведется вот сейчас. И на самом деле хочу отдать ребятам должное за то, как они преподнесли эту новость, потому что я сама только сейчас об этом узнала. И я узнала это не так, что все начали в интернете какую-то грязь распространять, писать о том, почему, из-за чего они разводятся. Я узнала это от них самих. Да, мне подписчик написал о том, что они разводятся. Потом я зашла к Наташе на страницу, увидела, что у них там на канале вышло видео, где они подробно рассказывают о том, из-за чего они расстаются, разводятся, и какие у них будут отношения, и что они вообще друг другу чувствуют. Я посмотрела это видео не до конца, поскольку время поджимает, нужно было приступать к съемкам этого видео. Наташа сказала, что она не чувствует, что они муж и жена, она чувствует, что они офигенные друзья. В общем, кому интересно, посмотрите это видео, и я так понимаю, что они остаются в хороших отношениях, и мне кажется, что это самое главное. Вообще, в принципе, всегда важно оставаться в хороших отношениях, неважно, есть у вас ребенок, нет у вас ребенка, ссориться, ругаться, поливать друг друга грязью, это самое последнее, да даже не последнее, вообще зачем это все делать? Я уверена, что решение развестись они приняли не за один день, не за недели, я думаю, что, наверное, к этому шло, и как-то они чувствовали что-то такое, не знаю, наверняка я свечку не держала, но я уверена, что раз люди так решили и так грамотно об этом сказали в интернете, учитывая, что публичные люди, конечно же, всегда нужно аккуратно, осторожно преподносить такую информацию, чтобы в конечном итоге никто никого не поливал грязью, не всплывали какие-то мерзкие и неприятные вещи, как обычно бывает. Это решение правильное, потому что это их решение. Но я в шоке. Я об этом, ну вот, сама только что узнала. Если вы не знали об этом, то теперь вы знаете. Ну и поскольку я знаю ребят, я желаю им всего самого наилучшего. Я уверена, что они, несмотря на развод, все равно будут офигенно общаться, как они сказали, что у них будут какие-то классные совместные проекты. Напишите в комментариях, как вы отреагировали на эту новость, потому что я уверена, что всегда люди просто в шоке, когда кто-то расстается, разводится, женится, начинает встречаться, всегда это повод что-то пообсуждать, кому-то погрустить. Подписчикам Наташи и Саши не стоит сильно расстраиваться. Я уверена, что у ребят все будет хорошо. Вот, и сказать честно, я поддерживаю их решение.
когда люди так мирно решают расстаться, мне кажется, это правильнее всего, чем когда вы начинаете ругаться, ненавидеть друг друга, и все приходит к тому, что вы реально просто ненавидите друг друга. Это не лучше, поэтому если вдруг вы чувствуете, что ваши отношения дальше не пойдут никуда, и в них нет не то чтобы смысла, но будущего, просто постарайтесь аккуратно расстаться и жить счастливой жизнью дальше, а не мучить друг друга. Следующая новость, хорошая, наверное, новость. Я думаю, что это хорошая новость. Я говорю про Little Big, нашу группу, которая едет на Евровидение от нашей страны. И, честно сказать, я счастлива, что едут они. Я счастлива, искренне рада, потому что каждое Евровидение меня очень сильно бесило, что от нашей страны не могут отправить каких-то молодых, талантливых ребят, которых любит весь интернет, почему всегда отправляют одних и тех же. Просто хотелось молодых. Молодых хотелось увидеть на Евровидении. Я не могу сказать, что я уверена, что они победят. Не могу сказать. Да, там кто-то уже какие-то ставки делает, кто там какое место займет. От Болгарии поедет девочка, которая поет что-то в стиле Билли Айлиш, и возможно, она победит. Не знаю. Но честно, мне это тоже непонятно. Да, это красиво, но я постоянно буду думать о том, что, блин, ну есть же Билли Айлиш, какого фига? Мы с Кариной уже как-то обсуждали неоднократно даже эту тему, тему Евровидения, что это все политическое шоу, не фига не шоу там песни, голос, еще что-то, всем пофиг, потому что, как мы знаем, если у одной страны с другой страной недопонимание и терки, то они друг друга не поддерживают. А почему? Потому что политика. Так, я вообще не люблю в это лезть, потому что в этом не сильно много разбираюсь и секунду, я думаю, что все прекрасно понимают, что, ну, как бы, и очень жаль на самом деле, потому что хочется, чтобы были конкурсы реально, ну, честные, конкурс песни, талантов, я не знаю, весь мир смотрит за Евровидением, ну, мне кажется, что это неправильно как-то, да, давайте вот все перевернем сейчас и сделаем так, как я говорю, не будем обижаться на другие страны за какие-то моменты и не давать баллы другим людям от этой страны, которые просто хотят спеть и поддержать свою страну. Так вот, по поводу песни Una Little Big, вообще почти никому не нравится, все пишут отстой, фу-фу, не нравится, говно, отстой. Не знаю, я скажу честно свое мнение, когда я послушала первый раз эту песню, у меня не было каких-то эмоций типа вау, но я честно надеялась, что это будет что-то в стиле Little Big, как это было раньше, я не хотела и искренне надеялась, что на Евровидении у них будет их стиль музыки, танцев, конечно же, все это то, что мы любим. Я уверена, что большинство людей, даже которым не понравилась песня, любят группу Little Big и нравится хоть один какой-то трек, да, так назовем. Чаще, наверное, я смотрю их клипы. Но песня Una мне понравилась. Я не могу сказать, что я буду ее постоянно слушать, несмотря на то, что я добавила ее к себе в телефон. Не знаю, как у вас, у меня эта песня вызывает очень позитивные мысли, очень позитивные настроения. Вот сейчас посмотрим, что писали мне мои подписчики. Не фанат этой группы в принципе, песня не зашла, считаю, что для Евровидения больше подходит более серьезный формат песен, как Гагарина или Лазарев. Чисто субъективное мнение. Никогда не угадаешь, потому что ты приезжаешь с какой-то бомбовой, офигенной песней, где у тебя там то, сё, вообще аранжировка, все бомба, но в итоге побеждает на Евровидении чувак, который просто очень аккуратно, тихо спел, не танцевал, нет, просто спел. Это я говорю про прошлое Евровидение, и тут никогда не угадаешь, что зайдет. Серьезная песня, веселая. На прошлом Евровидении победила достаточно веселая песня. Я уверена, что у всех мнения разделились, кому-то реально очень нравится песня Little Big, а кому-то наоборот нет и считают, что это вообще фу, отстой, как можно было с такой песней ехать на Евровидение. Но мне кажется, что это их стиль, мне кажется, что это классно, и я думаю, что молодые все-таки ребята, типа меня, да, те, кто сидит в интернете, они достаточно в любом случае рады. Рады тому, что едет та группа, которую мы знаем, которая на хайпе, которая может принести нам победу, либо хотя бы войти там в тройку, может быть, даже, да? Не знаю, как вы, но я буду болеть за Little Big, за нашу группу. Мне все равно на какую-то там Билли Айлиш, которая поедет от Болгарии или от кого он там поедет, мне все равно, я буду болеть за наших ребят. Вы можете быть со мной не согласны, это абсолютно нормально, так же, как я могу с вами в чем-то не согласиться, поэтому давайте будем уважать мнение друг друга и напишите в комментариях, что вы думаете, нравится вам песня Little Big Una, либо не нравится, и вы вообще в шоке, разочарованы, почему едут они. Поэтому напишите в комментариях, мне будет безумно интересно почитать и узнать ваше мнение. Хорошие новости заканчиваются, их и не было. Была только одна хорошая новость конкретно для меня, так это Little Big, которые едут
от нас. Дамы и господа, я в шоке. Поговорим про коронавирус. Я уверена, что это видео мне уже заблокировали во многих странах, я не знаю. Ну, конкретно монетизацию точно мне сняли с этого видео, поэтому, ну, скорее всего, не уверена, но думаю, что точно. У меня все спрашивают тоже, как я отношусь к коронавирусу, страшно мне, не страшно. Также я спросила это у своих подписчиков, что думают они, страшно им или нет. Потому что, как всегда, все начинается. Коронавирус — фигня. Полетели в Италию, полетели во Францию, запишем классный трек в ТикТок про коронавирус, потанцуем под него. Потом у всех сносит крышу, все бегут в аптеки, скупают эти маски, таблетки, все-все-все. Я сегодня была в аптеке, но я конкретно не за маской шла, потому что, ну, я знаю, что их нет, но я все-таки спросила. Я ходила в аптеку, чтобы купить себе лекарство от аллергии, которое начинается у меня весной каждый год, последние там лет 5, ну, суть не в этом. И я такая, маски есть? И, конечно, мне говорят, что нет. Я говорю, а дезинфекции рук? Нет. Но дезинфекцию хотя бы ожидать можно, поставки, поступления, а вот масок... Мне вообще интересно, хоть у кого-то есть эти маски, хоть кто-то успел закупиться масками, напишите в комментариях, мне кажется, что их вообще ни у кого нет. Да, я слышала и знаю, мне говорят, что у нас в России делают маски, отправляют их в Китай и все такое, что у нас нет масок, но их реально нет. И даже в аптеке говорят, что их и не будет, забудь вообще про маску, она тебе не поможет. Конечно, я сегодня уже тоже все почитала, посмотрела выпуски по телевидению, что говорили в интернете, посмотрела. Общественные транспорты каждый день, после того, как они их там возвращают на эту базу, да, там те же самые автобусы, их дезинфицируют, моют, все-все там дезинфицируют, все понятно, но извините, это поможет? Конечно, хорошо, что это делают. Заражение может произойти воздушно-капельным путем. Я никого не хочу напугать, не хочу никого вводить в какую-то панику, но я, например, напугана. Не знаю, мне действительно страшно, и я думаю, будет правильно, если вы будете относиться к этому серьезно, потому что закрываются авиасообщения из-за коронавируса, кого-то не выпускают из стран, не пускают никого в страны, Европы особенно, да, Франция, Италия, сейчас все это очень серьезно, и я думаю, что, наверное, как бы можно переживать, да? Или думаете, нет? Я это говорю особенно тем блогерам, которым вообще похер на все это, они просто летят отдыхать, делать контент, фотки в Инстаграм, чтобы было много лайков, они едут путешествовать! Я, честно говоря, из тех людей, которые боятся за свою жизнь, я всегда... осторожничаю во всем. И я считаю, что люди, которым наплевать, люди, которым насрать, которые улетают путешествовать ради контента, я сейчас конкретно про блогеров говорю, да, им просто насрать, я их не понимаю. Мне обидно, что люди вот такие, потому что потом они приходят на мероприятия, куда прихожу я, возможно, они привозят мне какую-то болячку, да. Но мне это непонятно, я серьезно прошу всех блогеров прекратить сейчас куда-то летать, путешествовать. Я понимаю, что вы не боитесь за свою жизнь. Если вы улетаете, пожалуйста, останьтесь в той стране, куда вы улетели, и не возвращайтесь в Россию. Почему я такая вот сейчас злая в этом плане? Потому что я боюсь. И если вам наплевать на себя, то подумайте о своих близких, о своих родных, о своих бабушках, дедушках, о людях, которые старше вас, у которых намного больше шанса заразиться и иметь осложнения от этого вируса. Я понимаю, что многим все равно. Кто-то к этому относится просто как, ой, ну там, простуда, вирус, че, вирус, первый год, что ли, вирус, и каждый год. Я понимаю, что это серьезно. Многие особенно наверняка думают то, что, ой, все это вот нас всех пугают, чтобы отвлечь от чего-то более серьезного, что происходит где-то там. Я думаю, что даже если так, вам что, плевать на свою жизнь? Вам что, плевать то, что вы можете заболеть, заразиться? Я избегаю мероприятия. Я уже для себя решила, что на блогерские никакие мероприятия я не пойду. Если и пойду, то это будет так. Пришла, там сфоткалась, посмотрела, просто зачекинилась и ушла. И, возможно, даже если у меня получится найти где-то маски в масках. Но мне страшно. Я думаю, что тот человек, которому сейчас не страшно, ему либо пофиг на свое здоровье, либо, я не знаю, он в бункере живет, потому что, ну, действительно, как можно игнорировать такие вещи, как, например, то, что мне сегодня рассказала моя мама. Всем родителям в школе, где учится мой брат, сообщили о том, что они могут перевести своих детей на домашнее обучение и не водить в школу. Ну, типа, я не помню, чтобы такое вообще было на моей памяти, в моей жизни, сколько я живу, да, я не помню, что вот все.
карантин, пипец. Да, бывают какие-то там, все болеют, там можете не приходить, что-то там недельку, бла-бла-бла, но это все фигня была по сравнению с тем, что сейчас происходит. Я думаю, что это серьезно. То, что отменяют все матчи, все мероприятия, все концерты, это все понятно, я считаю, что это правильно. Сегодня я говорила с дедушкой, и он сказал, что слышал по телевизору, что якобы этот вирус может убить жара, тепло, и также в интернете я видела, что эта пандемия должна прекратиться к маю, к июню, ну, вроде как, когда должно стать потеплее. Я не знаю точно, и, конечно же, я не держала свечку над этим всем, я думаю, что в интернете вы можете разного всякого начитаться, так же, как и я. Я просто с вами делюсь тем, что узнала я и мое мнение на всю эту тему. Также я хочу вам показать фотографию, которую прислал мне Слава, а ему прислал его очень близкий друг из Риги. Это то, как выглядят прилавки в магазинах в Риге. Все, сломя голову, побежали покупать туалетную бумагу, я это слышала и по радио, все такое. Ну, мы тоже купили туалетные бумаги, но, знаете, как бы не вот так вот, что нам крышу снесло, все-таки у нас в магазинах все прилавки полные. Вчера я была в магазине, тоже все, слава богу, в порядке. Наверное, если бы я пришла в магазин и увидела, что нет продуктов, я бы, наверное, в обморок упала, потому что, ну, меня это все пугает. Я смотрела кучу фильмов про то, как там заражение, вот эти все страшные фильмы, да, которые мы все наверняка смотрели. Все это меня пугает. Я уверена, что все будет хорошо, все уляжется, будет вакцина, все выздоровят. К сожалению, не все, да, выздоравливают сейчас, к сожалению, есть погибшие, это страшно. Ну, это реально страшно. В интернете говорят, что в основном заражаются люди от 20 лет, но именно вот прям летальный исход у пожилых людей, поскольку все-таки иммунитет не справляется и, ну, сложно. Также говорят, что дети 10 лет, может, не знаю, 6-5, такие дети, они вообще типа не заражаются, не знаю, ну, надеюсь, что да, это так. Также во многих городах Европы закрываются бары, кинотеатры, магазины, все это закрывается, помимо всего прочего, что просто нету, да, там, продуктов на прилавках. Также люди теряют работу, у них нет возможности зарабатывать деньги, ну, как бы это стрёмно. Мне кажется, что вот, как бы сейчас пора, да, переживать, пугаться, я не хочу, как бы, вводить людей в панику. Я достаточно, как бы, ну, так, знаете, спокойно отношусь к этому, точнее, ну, а что теперь, мне из окна, что ли, прыгать? Нет, конечно, но все это стрёмно, просто будьте осторожнее, вот все, что я хотела вам донести, всей этой информацией. Также то, что вам нужно знать, это постоянно мойте руки, если у вас есть эти дезинфекторы, то пользуйтесь ими как можно чаще, пейте воду, носите маски, у кого они есть, руки постоянно мойте, старайтесь не прикасаться к лицу вообще своими руками, только если вы находитесь дома после того, как вы тщательно промыли руки, потому что дотронулись до чего-то на улице, почесался вот здесь, вот там нос почесался, еще что-то, и пипец. Если вдруг у вас такие симптомы, как боль при совершении глотательных движений, першение в горле, сухой кашель, белый налет на языке, заложенность носа, ринорея, отек слизистой оболочки носа, скорее всего, у вас коронавирус. Если вдруг вы почувствовали себя плохо и, возможно, какие-то симптомы, которые я перечислила, у вас есть, то обязательно обратитесь в скорую, позвоните, к вам приедут, возьмут у вас анализы, возможно, вас оставят дома на какое-то время, но потом, скорее всего, заберут в инфекционную больницу. Я уже сегодня посмотрела про это выпуск. Вряд ли что-то прям будут делать. В основном я увидела, что многих забирают туда просто на так называемый инкубационный период. Вас на него заберут и будут проверять, делать тесты, анализы и смотреть. Все, что я вам рассказываю, это лишь мои слова, не подкрепленные никакими доказательствами, фактами, но это то, что я узнала в интернете, по телевидению, прочитала, увидела какие-то независимые выпуски, съемки, нашла какие-то материалы, которые снимали не наши федеральные каналы, а просто то, что я нашла в интернете, я вам передаю и рассказываю. Некоторые люди мне пишут то, что уже надоела эта тема, зачем ее мусолить? Ну, я думаю, что эту тему есть смысл мусолить только потому, что некоторые люди не понимают, им пофиг, и то, что у нас сейчас все так спокойно, да, ну, назовем это спокойно, потому что в других городах, странах там жесть творится. Просто мы этого не видим, нам это не показывают. Я не думаю, что нужно спокойно ходить по торговым центрам, гулять, не знаю, устраивать какие-то встречи. И также я узнала, как вообще произошла вся эта вспышка в Италии. Ну, опять же таки, это не стопроцентная информация, но это я узнала в интернете от какого-то эксперта, который все знает. Также он рассказывал вообще причину, почему появился коронавирус, как. Ну, мы это и так знаем, что там в Китае летучие мыши, все это такое. Все уже, наверное, это слышали, знают.
Ну так вот, типа в Италии был какой-то чувак, который кашлял, заболел, и всю неделю его лечили от чего-то не пойми чего, и даже не спросили, откуда он там прилетел, а он, оказывается, из Китая прилетел, и вот так все началось. И я не знала об этом, но оказывается, коронавирусов дофига, ну типа просто они все старые, их мы все знаем под названиями там других вирусов, да, я не знаю. Просто что я вам хочу сказать, старайтесь избегать каких-то мест, где очень много людей, не ходите ни на какие там концерты, мероприятия, старайтесь поменьше ходить в торговые центры. Я понимаю, что многим плевать, и это меня убивает, потому что вам только кажется, что все хорошо. Опять же таки, не хочу никого пугать, но, блин, просто вот представьте, что вы приходите в магазин, там нет продуктов, вы приходите в торговый центр, а он закрыт. И у нас просто, слава богу, сейчас этого нет. И я догадываюсь, почему все сейчас так более-менее спокойно у нас, хотя уже как бы говорят, что все как бы можно уже дома учиться, в школу можно не ходить. Сейчас все перестают закупаться уже в офлайн, да, магазинах продуктовых, все заказывают через интернет. Уже если посмотреть на каком-то интернет-магазине продуктов, ты там ничего не купишь, все закончилось, потому что. В общем, просто, пожалуйста, будьте осторожней и относитесь к этому серьезно. Если вам плевать на свое здоровье, подумайте о людях, которые вас окружают, о своих близких, и просто будьте здоровы. Следующая тема, которую мы с вами обсудим. Я в шоке, об этом сейчас все говорят, про Джигана, его жену Оксану Самойлову. Я думаю, что вы все в курсе, вы все знаете, кто-то мне написал: Юля, зачем ты это хочешь об этом говорить, это же низко, это фу, зачем ты хочешь на этом хайпиться? Вообще не хочу на этом хайпиться, я не собираюсь поднимать какие-то там неприятные темы, не собираюсь никого поливать грязью, просто об этом все говорят, ну, типа, я об этом говорю просто потому, что я тоже за этим слежу, я тоже все это вижу, я не слепой человек. Плюс ко всему, большинство людей, которые на меня подписаны, они хотят услышать мое мнение, что я думаю, вообще в шоке, я не в шоке. Ну, во-первых, начнем с того, что для большинства людей семья Джигана, Оксаны, да, их дети, это просто пример для подражания, мечта, шикарный, прекрасный дом, хороший муж, отдыхи, все такое. Я думаю, что всем это понятно, и всем всегда кажется то, что все, что нам показывают в Инстаграме, это просто прекрасная сказка, это чудеса. Я уверена, что все те, кому интересно было уже, и даже не интересно, уже давно знают все, что там произошло, то, что, ну, походу, у Джигана что-то случилось после рождения сына, я думаю, он, наверное, как-то отмечал и решил долго отмечать. Не знаю, в курсе вы или нет, но я не из тех людей, которые хайпятся на какой-то грязи, на несчастьях других людей. Я никогда лишний раз там не расскажу про свои какие-то проблемы, чтобы там не хайпиться на этом, чтобы люди не думали, что «Ой, хайпа захотела». Я никогда такое не делаю, потому что я это не уважаю, мне это не нравится, мне это мерзко. У меня есть моральные принципы, у меня есть понимание того, как я хочу двигаться вперед. Я никогда не стану сливать на себя какую-то фигню, делая вид, что кто-то это за меня слил, кто-то меня подставил, боже мой, и чтобы хайп я на этом словила. Я никогда это не стану делать, потому что это мерзко для меня. Для меня это просто, ну, фу, это дно, я не знаю, как это назвать. И люди, которые такое с собой проворачивают, да, какие-то гадости сливают на себя, это наша тоже следующая тема, инстасамки, хотя, не знаю, там, может, кому-то и понравились эти сливы, да, но для меня это все как какая-то мерзость, в очередной раз разочарование людьми, которые там у нас набирают просмотры подписчиков, за которыми следует молодежь, к сожалению. В очередной раз разочаровываюсь, но что поделать. Я уверена, что инстасамка со мной не согласится, потому что вся ее аудитория, мне кажется, в основном набрана именно на каких-то таких вещах, на хайпах, на воровали, украли, аварии, порнуха домашняя, еще что-то. Она со мной не согласится, ей хорошо живется, она зарабатывает на этом деньги, отдыхает, кайфует и все такое. Я, кто-то подумает, завидую ей? Извините, нет. Несколько дней назад подошла ко мне Даша, и с вот этой вот флешечкой, завернутую в... Да. Подошла Даша и говорит: у меня скоро релиз своего альбома. Она попросила меня разместить эту флешечку в интернете и сказать, что ее телефон хакнули. Здесь порнуха, друзья мои, здесь порнушка. Я уважаю себя, и для меня очень важна моя репутация. Я уверена, что многие люди понимают, что такое репутация, и
Ты можешь не быть популярным человеком, ты можешь просто учиться в школе, в институте, и для тебя также будет важна твоя репутация, потому что это социум, это общество, и нормальные люди не будут общаться с тобой, если ты творишь какую-то дичь. Это же нормально. Эта репутация, она играет очень большую роль, поэтому я в шоке, я просто в шоке, девочки. Слить, конечно, такое хоум-видео на себя, это мощно. Это мощно. Ну, в ситуации семьи Джигана это как раз-таки та тема, что никогда не нужно никому завидовать, потому что вы не знаете, что на самом деле происходит внутри семьи, за Инстаграмом, что скрывается там. Нам всегда все показывают идеальную картинку. Это нормально, кто захочет вам показывать, там, я не знаю, грязь, пыль, еще что-то. Ну, это не касается меня, я просто люблю чистоту, это правда, хотя у меня тоже бывает дома срач. Но я думаю, что все прекрасно понимают, что ни у кого в жизни не бывает все идеально. И я могу смело заявить о том, что я никогда никому не завидую. Я не хочу говорить про Джигана какие-то неприятные вещи. Конечно, я в шоке от того, что он выставляет в прямых эфирах, в историях. Ну, конечно, я в шоке, потому что когда ты ничего подобного не делаешь, а потом происходит вот такое, да, там куча мата, еще что-то неприятного, конечно, ты удивлен, мягко говоря, потому что, ну как, такого вообще от тебя не ожидали, ты же вообще отец, там уже 4 детей, и у вас всегда все хорошо, прекрасная жизнь, которую вы нам показываете, а тут такое. Поэтому, ну, просто, я думаю, человек сорвался, я не хочу никаких гадостей говорить, я думаю, что просто человек сорвался и немножко поехала крышей. Джигану я могу пожелать выздоровления, а его жене Оксане сил, терпения и мудрости, храбрости, я не знаю, просто держитесь. Еще раз, вся эта история доказывает нам, что никогда не нужно никому завидовать и думать, что «Ой, я хочу, как у нее» или «Я хочу, как у них». Я просто к тому, что всегда будьте благодарны за то, что есть у вас. Цените всегда то, что есть у вас. Цените тех людей, которые рядом с вами. Ну а по поводу инстасамки, что я могу сказать? Я не знаю. Для меня это всегда очень непонятные истории, ситуации, как можно такое делать, зачем такое делать. Ну, с другой стороны, надо же на чем-то выезжать. Я уверена, что, в принципе, возможно, даже скоро она хайпанет на том, что она, типа, заболела коронавирусом или там умерла, а потом выжила. Я не знаю. Я такое никогда не говорил, это не мой стиль. Даша, ты лживая, тупая пи***. Я не понимаю людей, которые сами на себя сливы какие-то делают. Мне это непонятно. Я это никогда не пойму просто потому, что я такой человек. Но есть люди, которые это понимают. Они сидят, поддерживают и думают, да, классно, она сделала, зато у нее столько денег теперь будет, потому что активность большая. А потом, если или когда у нее будут дети, они это посмотрят, такие, вау, мам, блин, ты такая классная в молодости была, молодец, мы тоже такими будем. Вот что меня убивает вот в этих людях. И мне очень обидно, когда кто-то там может сказать где-то, что у нас молодежь какая-то там без мозгов. Мне это обидно, потому что на самом деле так и есть. Я не говорю про всех, но обидно просто, что есть такие люди. Причем самое обидное, что эти люди действительно популярны, так их назовем, имеют большую аудиторию и передают это другим людям, детям, которые впитывают это и думают, блин, это классно. Может тоже дома что-нибудь записать, потом слить. А прикольно вообще. Я просто могу вам сказать так, не подписывайтесь на таких людей, потому что ваша подписка дает этим людям еще больше возможности выносить это на всеобщее обозрение и большему количеству людей показывать вот такие вот интересные поступки. Вот все. На этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно со мной посидеть. Если вы ставите такие видео на фон, я не обижусь, не расстроюсь. Если вы при этом занимаетесь чем-то полезным, например, уборкой дома, либо готовите, либо меняете памперсы своим детям, потому что я надеюсь, что меня смотрят люди с детьми. Когда-нибудь у меня будут дети. Вообще, напишите, как вам такая рубрика, понравилась, интересно было, неинтересно, что вы думаете, и вообще, что вы думаете по всем темам, которые я сегодня с вами обсуждала. Надеюсь, что я никого не обидела, никого не задела, и никакой грязи ни на кого не сказала, кроме инстасамки. Ну, хотя, желаю ей добра, но просто я это не уважаю, вот все. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы. Самое главное в данный момент, да, в данный период нашей жизни, будьте здоровы и, пожалуйста, будьте осторожны. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока.